Дум, на стриме Разора Мортит называл тебя Рокфором, а как ты назовешь Мортида? Да, как называть мне, в принципе, не важно. Если честно. Дум, скажи, как и где можно купить билеты на Open Cup? Это, скорее всего, тебе надо написать в поддержку Mail.ru и узнать у них. Знаешь, я просто не организую Open Cup. Совсем чуть-чуть не организую Open Cup, поэтому... Дима, а что ты хотел? Крысовство, медик и должен стоять возле стены и ждать врага. Ну, Бруно, во времена моей бытности медиком, когда еще была нефикшенная Сайга 12, Я медикам очень здорово раздавал, причем я почти никогда не уходил, не стоял. Не знаю, возможно, в современных сейчас реалиях Warface так уже нельзя играть, но я раньше не тратил никогда. Как ты относишься к засовыванием своей родни в ролики, типа домик, там, и так далее, там тот... Мамка и его батя. Ну, я тебе могу сказать, моя мамка тоже засветилась на одном из моих стримов. Вот. Я лично никак не отношусь. Объясню почему. Вот, например, да, когда тот же самый там, ну, когда он светит там, например, мамку. А что вопрос, что он хочет этим показать? Потому что он хочет показать их реакцию на игру. То есть, или их реакцию на комментарии в чате, что конкретно, потому что явно, что ни мать, ни отец, они уже люди, ну, в возрасте, естественно, если у них уже взрослый сын, соответственно, они вряд ли что-то в этом шарят, понимаешь? Ну, скорее всего, мало что в этом понимают. Да, есть люди, которые там 50 и больше лет, они играют в шарик, но как бы я не думаю, что сошелся клин светом, свет клином на их семье, где и блогеры, и родители геймеры, то есть очень вряд ли. Если ты не показываешь ничего такого, связанного с игрой, при этом тащишь, то я не понимаю. То есть сказать, что резко негативно, нет, у каждого свои закидоны, но я бы, например, так делать не стал, скажу честно. Ребят, сервер... сервер Альфа. Да, 33-й канал. Я даже помню, на каком канале я сидел. Помню. Играем что-то такое. Спорт, Warface, все дела. У этого чувака красивая, да, такая нашивка? Нет, Джуник, ты не знал, что Доника Петр зовут? Петр зовут. Если что... Блин, тут что-то как-то... Что-то как-то сейчас солидно раздали, да? Пока не пойму где. Походу на двойке они где-то... О, да! Спасибо, что добил, братан. Ну, ты прям мне помог. Ах, классность была реальная, я бы вряд ли смог добить лежачего. Хотя Юлька вот в прошлом замесе не смогла. Какая вообще по кайфу граната. Попробую сейчас провернуть ту же самую тему, пробегу на рельс. Да, прокид, конечно, не так. Посмотрел Доника недавно, когда он или заснимал. У тебя тоже не вышло. Остался где-то снайперок, он где-то... А почему катка не закончилась, ага.
4-0, но это вроде даже неплохо. Попробуем в том же духе. Вау, вау. Это такой разный. Понимаете, когда, например, ты кого-то валишь, а тебе помогают добить, типа, а потом выскакивает толпа народа и тебя поимела слегка. То есть нет бы, чтобы тебя пробивать, чувак добивает того, что ты уже обезвредил, и это просто дегросство, я считаю, так делать. Слушайте, ну они вообще спину, походу, не смотрят, да? Как-то, ну, очень странно. Блять, как-то... В последнее время как-то Аид с парашника стреляет, скажем честно. Кому-то еще нужен опыт в этой игре, кто-то еще кайфует от того, что у него 80 раз по 30 часов игры. Покажите мне этого человека, пишет Шпикачок. Я думаю, что ньюфаги кайфуют, на самом деле. Если честно. Слушайте, это как-то жестко с такого расстояния делать ваншот. Димон, катал ли ты когда-нибудь Open Cup? Да, у меня даже есть видео с Open Cup, и, ну, как бы, я катал и официальные Open Cup, и именно обычные клабы. Да, это прикольная задумка, но мне кажется, что с рейтинговыми играми Open Cup немножко будет отмирать, если честно. Потому что, ну, нахрена катать, допустим, Open Cup в паблике, если можно просто собраться и катать, типа... Типа рейтинговые игры, мало того, что вы знаете, 5 на 5 катайте, получайте удовольствие. Да. Плюс ко всему, еще потом можно там завоевать первую лигу. Да далеко не факт, что ты куда-то в официальном Open Cup пройдешь, потому что там ребята довольно-таки хорошо играют, как-никак, да? И меня прикрыли. Два чувака стояли около меня, они меня не прикрывали, они меня просто оттолкали с двух сторон и не давали мне никуда уйти. Чувак, может, ты реснешь? Ты типа медик, чувак, резни кого-нибудь. Слушайте, у нас какой-то немножко аутист, по-моему. Просто резни кого-нибудь. Чувак, просто резни кого-нибудь. Ура! Меня резнули. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это больно было. Да, надо дать ему резать. Ой-ой-ой, там резают. А вот и штурм, отлично. Да, ну, мы выиграли. Здорово, Дум, привет, Димон. Там не действует правило опыта. Да, это правда, там действует правило опыта, но, знаете, как, например, болтом там, или калашом, или тайпом против калик, например, или там всех принцессов. Наоборот, же ты будешь больше опыта получать, так что, в принципе, повышение сложности есть, я так думаю.